Всем привет! Ну, это, наверное, мечта очень многих — увидеть вживую такую красоту. Это действительно красота. Я когда-то впервые увидела на канале у Сергея эту энциклию. Вернее, наверное, сказать, что захотелось мне энциклию «Цитрину», но я пересмотрела опять его видео. Конечно, я искала очень долго. В наших краях это просто нереально — найти такое чудо. Но мне все же удалось. Я купила взрослое растение, отдала очень немалые деньги. Даже не хочу произносить вслух. Ну вот, сделала себе подарок на день рождения. И было, кстати, два бутона. Они начали очень быстро развиваться, но первый бутон сразу начал... Ну, он даже не развивался, наверное, так. Было видно зачатки двух бутонов, но развился только один. И это просто шедевр. Обалденный. Запах невероятный. Я просто ждала, что думала, что она больше немножечко откроется. Ну вот сантиметров, наверное. Ну, наверное, сантиметров 7. Померить бы, да? Ну, я не мерила. И вы знаете, я пересмотрела опять видео Сергея, в котором он подробно описывает различия между карвинским и цитрина. И я все-таки убедилась, что у меня цитрина, потому что погубее. Ну, он очень интересно рассказывал. И я все это пересмотрела и сравнила, и у меня оказалась цитрина. Бутон настолько тяжелый, что вот я, видите, подложила кусочек пенопласта. Но я сейчас приподниму, чтобы показать. Это невероятное создание природы. Запах невероятный. Я, наверное, уже сказала, но это действительно так. Настолько плотный цветок. Он был зеленый. Ну вот я вставлю, если не забуду, да, в начале видео, как он постепенно развивался и открылся, и это что-то невероятное. Я его пересадила на больший блок, там не было, можно сказать, живых корней, и я вот подложила ему новый кусочек пробкового дуба и вот так вот посадила. Мы посмотрим, как это все будет дело двигаться в моих условиях. Но пока что я наслаждаюсь этим цветком. Это просто бомба. У нас как раз будет выставка нашего клуба, и только природные орхидеи мы устраиваем в ноябре каждого года. У нас выставка только природных орхидей. Ну и, конечно, эта красотка поедет. Конечно, она у меня не так долго. Ну, покажу ее обязательно, понесу на выставку. У нас нужно, чтобы орхидея была как минимум 5-6 месяцев, чтобы ее можно было выставить, чтобы ее судили. Ну, я просто даже понесу, покажу эту красоту, чтобы люди насладились, потому что такое очень редко можно видеть вживую. Ну вот, что из новенького еще. Я приобрела эту орхидею в том году. Мы ездили с нашим клубом. И вот такое вот растение было. Ну, я думаю, пусть будет для коллекции.
И вы знаете, очень приятные цветочки, очень нежные. А размер, сейчас покажу сразу размер. Вот такой вот размер. И это мельтония. Мельтония фла. Ну, в общем, вот такая вот. Я читаю и смотрю в экран. Бразилия, Аргентина. Раунд 800 метров над уровнем моря. Ну и вот так вот выдала она у меня три цветоносика. И вот вы видите, она у меня стояла практически вот так вот. Я почему-то мне показалось, что ей нужно повлажнее. Ну и стояла она в таком вот поддончике, в корзинке. Я ее не пересаживала. И выдала у меня вот таких вот три замечательных цветоноса. Очень нежные. Губа такая удлиненная. Красивые цветочки. Что из новенького еще расцвело? Это вот второй цветоносик расцвел на дендробиум секундум. Побольше он такой, но уже покрасивее, посимпатичнее. Тут вот, кстати, быстро так отцветает. Очень милые такие цветочки. Видите, они не очень большие, но они такие очень милые, милые цветочки. Цвет, это такая вот желтенькая точечка на губе. Красиво. Это дендробиум мутабили. Такой вот он длинненький. Сейчас покажу его, чтобы понимали вы, как он растет. Ну, как многие дендробиумы. Я сейчас пересаживаю, наверное, практически все. Хочу, чтобы моя коллекция выглядела немножечко попрезентабельней. Ну и я так понимаю, что растения расти начали лучше, поэтому я хочу пересадить и немножечко уже можно будет расслабиться. Я, кстати, купила архиату новую, мне очень понравилось. Ну вот покажу, вот такая вот архиата 18-25. Я покупала раньше другое и как-то там мне не сильно кора нравилась. Здесь мне нравится, она такая классная. Ну, в общем, показала, если кто будет спрашивать, потому что никогда не угадаешь, что люди могут спросить. Ну, такую вот красоту я себе попробовала. Ну, мой дендробиум Трантуаниай продолжает уже цвести. И там вот еще один бутончик собирается. Ну, здорово. Поедут все со мной на выставку. Здесь вот, кстати, ну, это, конечно, не природная орхидея. Ну, покажу, я же все показываю. И вот, смотрите, вот такое вот чудо природы. Я не знаю, очень быстро развились эти цветоносы, и они в этом году очень рано. Это конхамниана и гибрид пурпураты. Ну, их, они немножечко отличаются, бывают в цветах. Ну вот смотрите, один цветонос просто шикарный. Огромные такие вот цветы. Невероятные, красивые. И второй цветонос. Я его хотела срезать, потом думаю, ну не буду срезать, покажу. Какое чудо бывает. Ну вот смотрите, здесь три лепестка, здесь три лепестка с губой. Здесь вообще такой вот вентилятор. И здесь вентилятор. Ну, не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, вот так вот. Один цветонос такой, один цветонос шикарный. Просто здесь можно утонуть в этой губе. Очень мне нравится эта катлея. Так, что еще?
Эту энциклию я покупала в том году. У нее обалденный запах. Когда я хотела купить свою кардигеру, вот эту, и мне ее сначала не досталось, потом кто-то не приехал, и мне ее все-таки продали, потому что кто-то заказал. Ну, а вот это вот такое вот название. Это гибрид, но тоже очень красивый. Я о них рассказывала в прошлогоднем видео, когда я их купила. Они отличаются по цвету, губы. Ну, я люблю вообще энциклии в любом виде. Смотрите, как блестят. Солнышко встает и просто начинают искриться цветочки. Здорово. Так, ну кто еще со мной поедет? Поедет моя шалашиста. Она еще красотка. Природная. Это у нас все гибриды. Гибриды. Ну, это отцветает Максима. Не поедет со мной. Отцвела. Так, кто еще? А вот у меня мой страдалец, можно сказать. Моя страдалица, потому что эулофия. Это редкость тоже. Сейчас достану название. А вот такое вот название. Она у меня когда-то цвела, я ее приобрела. Ну, не помню, сколько лет назад. И она у меня прям в первый год так она мне расцвела красиво. Ну, я такой гений. Поливала, поливала, и всю зиму поливала. И потом почти потеряла все растение. Ну, в общем, естественно, она не процвела в том году. И кое-как мы прожили прошлое лето. И зиму мы отдыхали. Ну, мы сначала аж покупаем, потом начинаем читать, правда? Ну и вот в этом году я смотрю, много новых ростиков она мне повыдавала. Где-то еще один, вон еще один. В общем, все пошло у нас прекрасно, потому что ей нужен был зимний отдых, как и катасетумом. И потом она выдает цветоносик и новый рост. Цветочки маленькие, но они очень интересные. Если приблизить, конечно же, это необыкновенная орхидея поедет со мной на выставку. Потому что у нас любят, конечно, редкости. Ну и редкости, и вообще, чтобы выставка более была красочной. Разнообразием видов. Здорово. Мой аленький цветочек. Так, что еще? Что еще? Моя энциклия кахлиата. Это просто что-то. Вот такие вот осьминожки. Просто суперское растение. Я считаю, что очень прекрасный результат. Я добилась такие вот 4 цветоноса. Красиво будет и для выставки. И я очень люблю. Ой, тут у нас паучок. Надо его снять. Иди, друг, гуляй где-нибудь в другом месте. Мои осьминожки. Так, ну и мы с вами выходим мы с вами на передний план. И тут у меня еще кое-что новенькое расцвело.
расцвела опять моя вандочка, которая недавно цвела. Но у нее был такой какой-то цветонос, забитый, маленький. Я даже подумывала ее продать. И вот она у меня выдала еще один цветоносик. Ну вот нравятся мне ее цветы. Они небольшие, но они такие милые. Так, название, да? Ой, с названием. Вот такое вот название. Почувствовала, наверное, что я так на нее с подозрением смотрела, и она решила, я лучше процвету красиво. Молодец. Так, ну это гибрид. Еще один гибрид. Красотка. Джинманиай нанодозу. Наверное, не знаю, надо будет поискать, может, название у нее уже есть. Очень нам не понравилось в том году. И я ее купила, и вот так вот. Такие вот три замечательных граммофона. Здорово. Ну и вот опять же, смотрите, новая посадка, да, как ей понравилось. Кора еще такая вот сухая. Ну как замечательно начинают расти растения. Это просто что-то. Я очень рада. И орхидея, мне кажется, выглядит немножечко так поприятнее. Так, это у меня расцвел вот такой вот гибрид. Мне Джуди его отдала, наверное, месяца три назад с цветоносом. Она говорит, ну так, мне не нравится, пусть у тебя будет в коллекции. Ну да, они почему-то все считают, что мне все нужно. Ну, в общем, ладно. Этот цветоносик отцвел, и она выдала второй цветонос. Такие милые тоже цветочки. Ну, такие, знаете, чтобы что-то цвело, называется. Это, кстати, цветет еще этот гибрид. Алванда кристата. Она очень долго цветут они. Ну вот, очень долго. И также цветет Ванда кристата. Точно. Прям вот цветочки свеженькие. Ну, конечно, эта природная орхидея поедет со мной тоже на выставку. Не знаю, сколько у меня наберется. И вот еще расцвела у меня ванда денисониана. Обалденные. Оранжевые такие прям. Запах, я вам скажу, я не знаю, или я раньше не нюхала, она пахнет, ну, практически целый день. Это что-то невероятное, очень-очень приятный аромат, ну, очень приятный. Цветочки, конечно, не такие огромные, но я всегда хотела эту форму, эту окраску. Обалдеть. Вот, понимаете, да, вот на заднем плане это дендробиум Stardust на Ламуае гибрид. И вот он более такой оранжевый, но здесь тоже, можно сказать, оранжевый. Расцветает она, кстати, желтенькая, потом становится такой оранжевой. Ну и вот, да, еще продолжает цветение. Этот дендробиум тоже очень яркий, красивый. Ну, это гибрид. Так, ну а что у нас еще из природных? Вот тут вот три красотки. Беленькую я вам уже показывала, красавицу. Но осталось вот еще два цветоноса. Не знаю, доживут они до выставки или нет. Котлея лопата. Альба.
белоснежные цветы. Я стараюсь всегда прятать, когда в бутонах орхидеи, под крышу, чтобы водичка не попадала, потому что капли, конечно, портят цветы, сразу начинает или капельки, или даже роса иногда под утро, когда капает на цветы, портится и, ну, неприглядный вид, цветочки портятся. А так можно наслаждаться такой красотой. Здесь, кстати, расцвела маленькая такая вот, расцветает, еще не расцвела полностью лаванда тестацея. Маленькие цветочки. Сейчас я попробую увеличить. Еще такой шпорец. Супер. При увеличении, конечно, можно разглядеть много интересного. Класс. Тоже природная орхидея. Ну, естественно, поедет со мной. Ну, здесь красавчик. Катлея акланди. Только, наверное, вот второй день, как открывает, всего один цветочек, но катлея у меня тоже немножечко что-то там с ней было, так вот страдала, но я ее пересадила, и вроде бы пошел процесс, новые корешки. Нужно следить, конечно, за каждым растением. Иногда кажется, что все прекрасно, но растение может очень быстро портиться, сгноить свою корневую систему, и все. И потом пошло все по ризоме, и потерялось растение. Поэтому очень люблю эту катлею. Темные цветы и обалденная шикарная губа. Супер. Ну, естественно, поедет со мной тоже на выставку. Ну, и вот еще, не знаю, смотрю, енопсис еще цветет. Я, кстати, думала, что он начинает растить еще один цветонос, а он начинает уже давать детку. Видите, я думала, что это будет цветонос от второго растения. Ну, это такие вот две детки. И, кстати, это растение почти уже догоняет. Ну, вот такой вот процесс у него, видите, выдает. Здесь вот была старая розетка, выдала она два новых ростика. И вот так вот они. Ну, не знаю, мне интересно, можно будет ее... Наверное, нельзя, да? Она как-то вот вверх растет. Я думала, может быть, их склонить, чтобы они сюда как-то росли. Ну, посмотрим. Будет день, будем решать. А пока что вот так вот. Кстати, я вон забыла, видите, на заднем плане. Это природный австралийский цимбидиум. Называется цимбидиум мадидум. Его очень часто можно увидеть, так вот на деревья люди сажают. И вот такие вот маленькие цветочки. Ну, такие вот приятные, да? Маленькие, ну как маленькие, давайте я вам, наверное, покажу, да, по сравнению с рукой, чтобы вы понимали. Такие вот полузакрытые, как тюльпанчики. Нужно тоже пересаживать. Он как-то на одну сторону уже растет. Все.
Еще осталось у меня пару цимбидиумов пересадить. Так что такие вот дела. Продолжает еще тоже зигопиталум, красавчик. Ну и, наверное, что я вам еще не показала? Вроде бы все показала. Вот единственное, что у меня начинает открываться целогина. Мурена. Такая вот мохнатая там губа. Супер. Еще цветонос не развился, но бутоны начинают открываться. Ну, посмотрим, чем это все дело закончится. Там вот еще один бутон внутри. Чего оно так стремительно открывается? Может быть, наверное, тепло сильно, и они быстренько-быстренько расцветут и отцветут. Ну, в общем, наверное, на вот этой вот нотке я и закончу свое видео. Ну что, всем прекрасного настроения и пышного цветения ваших орхидей. Всем пока-пока.